Новый цех по производству шоколада добавил производственной мощности ТО «Балмуздак». Компания уже не один год производит популярное на юге мороженое. Опыт у специалистов товарищества есть. Качество новой продукции будет отвечать всем стандартам, обещают кондитеры. В год линия будет производить до 1100 тонн сладкой продукции. От потребителя будет зависеть. Например, у нас есть два вида шоколада. Ну, разнообразие будет разное. С начинками, без начинки, со вкусовыми, там, добавками. И у нас есть для кондитеров. Кондитерская плитка называется. Это у нас такого еще нету. Мы раньше получали для мороженого цеха бельгийские вот это плиточные шоколады. А теперь мы хотим у нас в Казахстане выпускать вот эти для кондитеров плиточные шоколады. Плиточный шоколад фабрика выпускает под торговой маркой «Перфект». Но этот товарный знак вскоре подвергнется ребрендингу, и кондитерское изделие будет выпускаться под новым названием «Туркестан». Такое предложение сделал аким области Жансии Туймебаев. Коллектив кондитерской фабрики с ним согласился. В ближайшие годы возможен наплыв зарубежных гостей, и новый бренд успешно впишется в концепцию развития туристического кластера. Там аэропорт будем строить. Новый аэропорт. Международный. И многие туристы будут ездить в Стамбул, Туркестан, Самарканд. Скажем, Куала-Лумпур, Туркестан, Самарканд. Астана, Туркестан, Самарканд. И удобно, и всем как бы экономно. Турпакеты будем делать. Сегодня в компании работает 60 человек. Штат будет расширяться по мере увеличения мощности предприятия. В ближайшее время товарищество планирует открыть еще одну линию по выпуску шоколада. Данияр Худайбергенов, Бауыржан Жусипов, Абзал Турыбеков. Информационная служба телекомпании «Отрар».